Привет, кажется, третья серия, микросерия из 13-го кусочка. Так, тут есть чем угореть, тут есть чем угореть, тут есть чем угореть. Сплав плавится. О, алюминий есть. Ну, я, в общем, на некоторое время остался без энергетических труб. Слишком медленно плавится. Можно спереть какой-нибудь генератор, например, отсюда. Все равно тут делать нечего. А там... Хотя нет, да, у меня есть внутри топлива. Слишком плохо с энергией тут. Так. Так. И так. Хотя у меня есть колпак. Можно сжечь его. Чем тут валяется лишний. Работай. Ну и заодно сливай. А она сливает? Ну, вроде бы сливает. Жарится стало чуть побыстрее. Два энергетика алоэ. Мало. Хватит только на один набор труб. Но зато у меня хватит на некоторое количество хопперов. Хоппер у нас из алюминия. Так, еще три куска алюминия есть. Два. Есть. Я не помню, где у меня бумага. По-моему, она в том крафтерной. Есть бумага. Делаем себе фильтры. Как, не так? Шейпит, шейплес. Смелтинг, шейпит. Нет, это все бочки. Шейплес. Сейчас разберемся. А это фильтр. Как-то он делался из хоппера. Легко и непринужденно. Вот как-то так. Да, я бумагу пусть лежит здесь. У нас энергии стало больше. Да, энергии стало чуть больше. Я думаю, что на некоторое время мне хватит того количества труб, которые я сейчас делаю. Потом разберемся. Ну, судя по всему, мне придется провести энергию как-то вот так. Плохо на самом деле. Ладно, у меня тут всегда светло. Проводим ее вот так. И, наверное, на ней что-то поставим генераторы. Прямо на этой линии. То есть у меня есть свободное место. Здесь вот. Здесь и будет сладж-бойлер. Кстати, вон там вот у меня есть харвестер. Значит, сладж-бойлер будет где-то здесь. По этой трубе у нас будет течь... Проблема. Я не помню, текут ли по этим трубам одновременно разные жидкости. Если нет, то... то разберемся. Все. Все запитано. Единственное осталось вставить вот сюда. Инсерт с приорити 1. Мы сюда будем вставлять сырое мясо, если оно у нас вообще есть. Сырого мяса у нас, кажется, с собой нет. Ну ладно, оно у нас появится. То есть нам нужно взять где-то батарейку и запустить конструкцию. Где бы нам взять батарейку с энергией? Ну, как всегда, здесь. Кстати, давайте посмотрим, что у нас с карьером. Я вытаскиваю отсюда землю. А, он включается только, если я его увижу. А, нет, он не включается. У нас кончилась лава в карьере. Сейчас придется искать лаву. Это подземное такое действие. Но вы уже видели, как я это делаю, поэтому ничего интересного здесь, наверное, не будет. Вспоминаются времена Нюкпауэрида, когда я охотился за нефтью. А, за лавой. Ну, такая вот лавовая река. Алмазов, к сожалению, не нашел. Накопал немножко редстона.
сюда можно будет поставить сейчас. Много нефти нет, лавы нет. Ну, продолжаем вкапываться. Статус-кво восстановлен. Ну, боже, что у меня с голосом. Под землей хватит лавы на еще, наверное, бочку. И придется искать новое место. А сейчас мы зарядим нашу коробочку. Ну и, конечно же, запустим карьер. Я пока пойду и раскидаю по обрабатывательным машинкам мои добычи. Сделал невероятное количество труб. Ну, к сожалению, ничего интересного. А, куда я иду-то? Мне же нужно, черт возьми, взять батарейки и сделать кулинарные генераторы. Ну, через некоторое время. Тогда, когда я получу все образцы той продукции, которую я хочу. Я буду хранить теперь эти трубы. Когда я получу все образцы продукции, которую я собираюсь раскидывать по печечкам и прочим штуковинам. Давайте посмотрим вот сюда вот. Что у нас в кулинарном генераторе? Вау! Тут еще один сафари-нет. В общем, не кисло. К сожалению, вот этот вот товарищ ловит более фиговые штуковины, хотя нет. Мышки ловит. Что тоже прикольно. Ну ладно, пусть ловит. Кулинарный генератор сделаем позже. Это сладж-бойлер, который нужно провести, что ли, так же такую трубу, которую нужно отнести наверх. И, наверное, да, я отнизу отправлю жидкую трубу. Как-то что ж такое-то, отдельно от трубы с гадостью. Как вытаскивать из наших штуковин? А не использовать ли нам ликвид? У нас же уже дохрена эндерпервов. Почему я использую эти дурацкие несчастные трубы из эндер-айо? Можете мне объяснить? И зачем я полез так высоко? Мне же всего лишь нужно включить. А, все, энергия пошла. Машинки заработали. И сейчас сюда должно приехать первое мясико. Но мясико сюда не приедет. Ой. Не только потому, что я вот так вот промазал. А что это оно? Что это оно делает? Ну? Как все здесь неудобно и сложно. Такое-то. Я хочу сюда вести трубу. Нет, вести сюда трубу. Нет, ну это я хочу соединить. Потому как тут не было трубы. Теперь я хочу вот эту вести сюда. А, сейчас зашибись. Но мясика у нас до сих пор нету. Давайте посмотрим, что у нас происходит внутри. Энергия тратится как не в себя. Наверное, нет, харвестер энергию не тратит. Тратит энергию вот эта штуковина, да. Но уже не тратит. Как-то нужно подвести энергию. К сожалению, придется это делать под землей. Хоть я и сказал, что я туда больше не ногой. Подвести энергию к хронотайперу. И я надеюсь. Где хронотайпер-то? Вот хронотайпер. Это он перемещает детей. Больше он ничего не делает.
Как сложно. Черт возьми. Все, энергия к хронотайперу подходит. Так, хронотайпер должен начать перемещать телят. Телята будут вырастать в специальной убийственной камере. И там их будет съедать грайндер. Почему грайндер не будет съедать телят, которые там подрастают? Потому что грайндер не умеет убивать телят. Давайте посмотрим, что у нас тут творится. Наверное, сюда нужно... О, да, вот они, красавцы. Наверное, сюда нужно поставить последний вардинг стоун, который у меня отсутствует. Как класс. Зачем-то я его принес сюда. Так, ставим вардинг стоун. Телята уже никогда никуда не денутся. Теперь сюда можно заходить. Грайндер. Работает. И телята перемещаются. Можно, кстати, накидать сюда побольше вита. О боже. Что у меня здесь происходит? Сюда побольше вита. Так, а дайте-ка я действительно что-нибудь сделаю с этими дикими запасами. Кукуруза прет, и ее непонятно куда девать. Пока что она, конечно, пойдет сюда, сладж-бойлер. Непонятно, куда ставить, потому что там пока нет сладжа. И полные запасы кукурузы. Скорее всего, когда-нибудь выключу эту дурацкую машину. Но пока рано. Итак, что у нас с телятами? Растут, не растут? Нет, телята пока не растут. Росли бы, у нас бы тут копилась бы жижа. Тем временем от харвестера я припер. А вот вопрос. А что это у нас? Харвестер? Да, блин. Темно, энергии нету. Почему у нас харвестер? Не харвестит то, что у нас тут растет. Ну-ка. Shift. А, залезаем сюда. Не. Сеет пшеницу. И харвестер готов. А, и харвестер не готов ее собирать. Давайте посмотрим. 3, 4. Раз, два, три, четыре. Увеличивать радиус нам нужно где-то на четверочку. Что это нам говорит? Для вот этих вот серверов. О, экспа, который не собирает серверы. Для вот этих серверов. Ой, эссенция. Здесь сервер шутикает. Нам нужно на раз, два, на два. Серверов у нас три штуки. Три апгрейда по два. Ну ладно, три апгрейда по три. И раз, два, три. Три апгрейда по 4. Сейчас будем делать. Три апгрейда по 4 делается из копера, с которым у нас проблемы. Редстончик, 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 редстончик кончается. С копером действительно реальные проблемы. И порошочек. Порошочек у нас есть. Коперные апгрейды. Раз, два. Раз, два. Три. Что лишнее? Кобл, наверное, лишний. Так, коперные апгрейды. И апгрейды на двоечку. Тин. На троечку. Айрон. На четверочку копер. Почему такая цена интересная? Тиновых тоже три штучки. Тиновые жалко. Тина мало. Сильвер, айрон. Какие еще бывают? Бронзовые. Тоже делаются из тина. И радиус уже на 5. Ладно. Не будем жадничать. Тиновые так тиновые. Раз. Два. Три. Чпок. Чпок. И вернуть голднаггеты. Штуковины опять выросли. Смешные. Надо уже сделать как... Ууу. Что я вижу? Виспы. Ну, это зеленые виспы.
Так-с. В коровнике. Все вере. Чиновый апгрейд. Здесь чиновый апгрейд. А кто тут так написал? И куда я должен отправить эту жидкость? Здесь чиновый апгрейд. Фертилайзере. О, приехал фертилайзер. Вот так. Здесь тоже апгрейд. И еще апгрейд в плантер. Для того, чтобы он наконец-то мог посадить свою ненаглядную картошку. Все, господа. Он, конечно, сейчас все потратит, и сейчас тут будет некрасиво. Роу пластик. А, у меня леечка есть. Если что. Эссенции нет. Телята не выросли. И телята все жмутся туда, что плохо. Но я думаю, что эта машинка их догонит. Так, окей, хорошо. Мы пока ждем, пока растут телята. Не шустрая получилась конструкция. Надо придумать что-то с энергией. И я, кажется, придумал, что я буду с ней делать. Итак. Где-то... Что такое опять взорвалось? Где-то у меня были... Оквуд-планцы. Давайте из 10 сделаю. Ну что ж я делаю-то, а? Я опять наделал себе баррикад. Дело в том, что у меня уже есть вот здесь баррикады, с которыми я не очень понимаю, что делать. Будет вот такой вот у меня. О боже. А симпатяла. Так-с. Раз. Где-то у меня были столики. Столик. И мы делаем автоматический столик из билдкрафта. Интересно, сколько нам надо. Ну, пусть будет один. Угу. Столик будет принимать вид, который у нас тут есть. Стоп. Ладно, пока что я заберу вот этот жуткий генератор. Эта штуковина может быть временно здесь. Так. А, ну да. С арбузами все хорошо. Че я парился? Ну, генератор это хорошо. Куда-то сюда. У нас будут приезжать остатки вита. Они будут попадать на столик. О, кстати, там хорошо растет. И энергия, естественно, кончилась. Она будет попадать на столик. Вид приезжает где-то через вот эти. Соответственно, где-то здесь у меня будет стоять столик. С вот таким рецептом. Ну и, соответственно, весь бред, который производится, будет отправляться. Ну, например, вот в этот генератор. О, как бы его поставить? А, чё я парюсь? Это же супер-супер трубы. Например, через экстракт. Экстракт через Brown Blue. Ну, давайте. Cyan. Как всегда. Сигнал Core. Ничего не знаю. Round Robin Disabled. Вытаскивает отсюда хлебушек. И я же вас просил вытаскивать. Ага. И запихивать хлебушек некуда. Сюда запихивать, пожалуйста. Сюда запихивать.
что ж такое-то? Сюда, пожалуйста, запихивать. Не зеленый. Сайен. Во! Штуковина заработала и вырабатывает, между прочим, 20. Весь лишний вид, который не будет попадать к коровкам. А именно, какой вид попадает к коровкам? Зеленый. Priority 2. И туда попадает только вид, который выезжает из харвестера, да? Проблемы. Вид, который выезжает из харвестера, должен попадать вот на этот столик. Для этих целей у нас есть insert priority 1, зеленый фильтр, в котором будет указано, что сюда с priority 1 попадает вид. Весь остальной вид будет куда-нибудь отправляться. Все, процесс идет. Хлебушек сюда попадает. Если вид не сможет залезать на этот столик, попадать вот в этот генератор. Ну, кстати, можно два генератора поставить. Только на одной пшенице. Хорошая идея.